Сейчас Институт транспорта покажет вам концертную программу. По роману Агаты Кристи «10 студентят». Итак, Нефтегазовый университет, июль 2015 года, приемная комиссия. Последний в очереди. Ну я. Ну вот последний постоит. Да ну. Извините, а кто последний? Кто последний, тот его. Блин, то. Извините, простите, ничего, я пойду, там это просто место занимали. Какое еще место? Бюджетное. Вот ту статью занимали. О, ребята, вы что, куда поступаете? Транспортный. О, я сам оттуда, идите сюда, скажу кое-что. Вы поступаете в технический вуз. Uh-huh. Если вы будете заниматься творчеством, ну там, читать стихи, петь песни, играть в КВН, то вас отчислят. Да как так? Ребят, ребят, да чего вы его слушаете вообще? Да как за такое могут отчислить? Вас отчислили. Да как отчислили? Я же еще не зачислен. Вы зачислены на бюджет. Вас отчислили. Вот, вот, вот об этом вот я и говорю. 10 перваков учились в универе, один стихи читал тайком, и их осталось 9. 9 перваков на пары собирались, один на саксе заиграл, и восьмером остались. 8 перваков учились целый день, без слов болтал один, и их осталось 7. 7 перваков решили пары прогулять, в стен играли 2 из них, и их осталось 5. 5 перваков на Эдюкон ходили, один тихонько напевал, осталось их 4. Пошли в библиотеку 4 первака, дуэтом станцевали, и их осталось 2. 2 перваков ушли куда попало, в пародии снялись, и никого не стало. Итак, 1 сентября, Институт транспорта. Давайте знакомиться. Меня зовут Саша, у меня 280 баллов сидит. И как столько баллов набрал? Да, батя Димы составлял, мама проверяла. Спрашивай. А ты как поступила? Да я там заплатила кое-кому. Ну и все, теперь я точно здесь учусь. Поступила на договор, что ли? Да. Ребят, а вам тоже письма приходили? Какие письма? Вот, приглашаем в школу чародейства и волшебства. Да не, у нас другие письма были. Слушай, ты по ходу платформы ошибся. Ребят, о каких письмах идет речь? Вам тоже это странное письмо приходило? Ну да, да. Некто проректор Н.О. Вицкий прислал письмо, в котором сказано, что он видел меня на фестивале «Фисташка», приглашает учиться в Нефтегазовый университет. Да, мне пришло письмо. И мне. 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 О, ребят, а вам что, тоже эти письма приходили? Нет, мы сами поступили. И вообще нам некогда, на пару уже пора. Дамы и господа, вам всем выдвинуты обвинения. Степан Худин обвиняется в том, что вуз не дует, а дует в саксофон. Сергей Туманов обвиняется в туманном понимании творчества. Дарья Прокопьева и Виталий Круглов обвиняются в том, что убили человека. Шутка, а не КВНщики. Александр Иванов обвиняется в том, что ему не хватает певца. Валерия Колода и Дмитрий Беседин обвиняются в том, что отплясывали не на костях, а на костях.
Александр Бауэр и Абдель Изалдин обвиняются в том, что на десятую долю процента, на такую капельку, имеет сходство со звездами эстрады. Даша Моторина обвиняется в том, что причастна к литературному творчеству, точнее, любит читать стихи на публику. Да, причастная, да, люблю, и что? И сейчас вам всем прочитаю. Многоуважаемая публика. Тут познакомилась с брутальным мужчиной. Не алкашники. Он пришел с цветами на свидание. Серьезно, стильно, без соплей. Манеры, тачка, бизнес, хата. Ну прямо принц, мечта и бог. Вы тоже думаете, зритель, что где-то должен быть подвох? Подвоха не было, вне правил. Но вдруг на все кафе рингтон. Нет, нет, не шансон его подставил, а фраза «звонит телефон». День добрый, договор кидайте. Да, каталог ложил я на стол. Вчера вылаживал на сайте. Но я уже бежала вон. Ведь поэта тонкого устройства, увы, вам не уразуметь. Пардон, месье, за беспокойство. Мы не созвонимся впредь. Вы нашим чувствам эпитафию писали сам. Ведь я поэт. Влюблюсь скорее в орфографию, чем в деньги, шмотки и т.д. Конечно, он меня не понял, что в принципе, как в горле кость. И с этим принцем на короле так ничего и не склалось. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну точно? Отчислили? Ее идеально отчислили. Мне плохо, отведи мне медпункт. Что я могу сказать о Даше Моторине? Да ничего, я ее учитель первый раз. Слушай, плохо студенту живется. Денег нет, еще за общагу платить надо. Да конечно, это ж 3500 в год. Так ты это, иди в переходе листовки раздавай. Да, я не умею. Ну а что ты умеешь-то? Ну, на саксофоне играть. Ну так иди на саксофоне в переходе-то и играй.